Здесь у меня уже созрела яблоня Вильям Спрайт. Это первый год, когда они начали давать плоды. Я вот уже ел, которые спелые и падают на вкус. Поставлю 4,5, где максимальная пятерка. Но яблоки очень красивые, темно-красные, с фиолетовым оттенком. Я вот советую посадить, у кого есть возможность, сорт яблок Вильям Спрайт. Они не ошибутся. Очень такой. Они летние. Сегодня 22 июля. Они уже все созрели. Я просто жду свою семью, чтобы дети мои поели с дерева.